Девайс, це рубрика «Тест Девайс». Як завжди, у нашому шоу «День МСВ» п'ємо каву з «Нескафе 3.1» з гік-експертами Санією та Сьомою. Привіт! Аня, Саня і Сьома. Да, Саня, Сьома, Саня. Я так подумала, що не лише нам нові гаджети треба тестувати, з вами перевіряти, тому що в нас є побутові проблеми. В нас оточують паразити. І фобії у нас є. Зараз, тому я вам пропоную розібратися в тих пристроях, девайсах, які можуть нам полегшити наше життя і нас захистити. Тому що я тендітна, мініатюрна і у тебе арахнофобія, да? Так, мій улюблений девайс. Это пейджер. Пейджер, я помню, я в детстве хотел себе пейджер. Конкретно хотел. Ого. Ось так ты его одягаешь. По-перше, бачиш... Не направляй его на меня. Я знаю. Это одеваешь, потом и жир растрясает. Вибромассаж. Виделит Италия. И ты совершенно права. Человеческий глаз не замечает. Взагалі, абсолютно. Это вещь незаметна. Как и все вот эти. Бачиш, я камуфляж. Тобто я абсолютно непомітна. Вижу кубики преса. Это кубик преса, серый. Як діє? Слухай, это дуже уважно. Ти включаєш імітацію або можна назвати самки, імітатор. Самки комара, самця комара. Угу. Чому прикол? Кусається, ви знаєте, лише самка комара. Тому, конечно, коли я... вона чує все знают. Голос комара. Я навіть знаю, коли на мене садиться самка, і коли сам я садиться. І самка, коли чує звук самця, вона якби, ну, ви розумієте, одразу вона... Ну, звісно, перевозбуждення, поки ні. Вона хоче до самця. І вона вже не хоче вашу кров, вона хоче, скоріше, з ним з'єднатися. Тобто... Вона хоче ваш кубик преса. Ось, коли вона чує, я слышу. Тобто, коли ти самка, чує цей звук, по сценарію, вона відлітає від тебе, слышит. І вона летить до самця. Все. Я принес самый офигенный девайс. Он выглядит вот таким образом. Я его показываю так. Это что? Пейджер. С вами шоу «День МТВ» и «Нескафе 3.1». Это микрофон? Нет, это защита. Что ты думаешь? Это защита от... Скажи. Это как это? Мануальная защита от плохих певцов караоке. Не, на самом деле это... Вообще, вы знаете, если ваши соседи поют громко или музыку включают громко, вы можете от них защититься тем, что измерите, сколько децибел они выдают, и потом прийти к менту, вернее, милиционеру. Он на тебя каждый раз на дороге наставляет пушку и говорит потом, смотри. Противнику милицейскую службу. Да, защитнику нашей... Вот именно нашей... так наставляет. Я еду все время вот так вот наставляет, стоят. Он наставляет, а потом показывает. Вот, дивіться, вот тут було, було. Було, трішки було 170, да. Трішки було. І так і ти, міліціонер приходить, ти йому говориш, вот соседи, було, вот, есть доказательства. Допустимое 20... Давайте все-таки у нас тест-девайс, тестируем. Я включаю он, оно программирует на Паскале сейчас программу. Вот сейчас Саша изобразит соседей, которые, к примеру, поют или... Нет, давай лучше ты будешь болельщиком футбола. Нет, вот соседей я, кстати, нормально могу отобразить. Я футбол... Вот так. Давай. Нет, ну это футбол. Смотрим на экранчик. Нет, я сосед. Я соседка. Нажимаю кнопочку Max Hold. Ты чё приперся опять? Вот. Ну правильно. И Саша орёт, ты чё приперся опять на 130,5 децибелы. Вот такие вот соседи. Рядом с Сашей лучше жить. Или лучше не жить. Но на этом наше тестирование не заканчивается. Мы сейчас будем тестировать, какая соседка, или давай лучше, какая party people Аня. Как она орёт, давай, диджей, давай, там, или что ты будешь... Что ты обычно кричишь? Давайте. Подожди. Нажимаем кнопочку Max Hold. Я теперь не могу повторить. Подожди. Да, скажи, а по второму разу уже не идет? Так, я сейчас спрограммирую на Паскале программу. 6, 5, 4. Так. Все, огонь. MTV! 104 децибелы было только что у нас. Перекричало меня. Почему-то оно не показывает. У него 103. Семен, от кого ты сейчас защищаешь? Это не актуально. Ты орешь громче. Я расскажу вам про другую чудо-защиту. В общем, есть у нас такие паразиты, это
Начну с маленького гаджета. Разновидность паразитов, как гопник обыкновенно. Вообще, должен предысторию чуть вести. Такая разновидность пошла из Украины. Есть район Троещина. Оттуда изначально. Есть даже характерные особенности. Есть характерные особенности. Это шапка-уточка, три полосочки, безрукавочка. А где так одевается в последнее время? Да. Поэтому, кстати, поэтому перестали приглашать. Надо с нормальными ребятами сниматься. В общем, такая тема. Если вы видите, вот вы идете по темному переулку, что за вами по характерным особенностям уже устроился вот разновидность гопника. Вася, иди сюда. И такие вот поды. Характерные звуки, да. Вот эти вот Вась, Вась, там симка есть, нет симка. Попрыгай. Мелочь. Вы понимаете, что избежать уже не удастся никаким образом. Но избавиться надо как можно быстрее. Поэтому я рекомендую сначала призвать его, то есть достать пиковую даму, не получится призвать. Мы берем и на яркие предметы призываем. Або не ви, знаешь, так коло навкруг себе. Можно начертить, да, коло. И ждать смерти своей. Можно призывать. Значит, призываем. Вот он реагирует. Чаще всего на свет они светятся. Вот такими движениями они бегут. Вот он подбегает, ты берешь так зубы. И... А на тебе! Давай назад. Сейчас. И все. Вот, на самом деле гаджет очень интересный. И багатофункциональный. Конечно. Есть отели, вот как Семен ездит по таким отелям, не пятизвездочные, а четырехзвездочные. Это палатки. Палатки в поле. Когда вы не можете быть уверены в сохранности ваших вещей, вы просто цепляете это на молнию, и кто-то расстегивает, к примеру, медведь, как обычно, заходит. Он расстегивает, и тут она тебе. Все, Саш, до конца передачи мы уже поняли. На самом деле, мне кажется, такая штука спасет и от комаров. Так открыл, положил возле кровати и спишь себе спокойно. Ты знаешь, есть модифицированные гопники. Модификация М, к примеру, как вот у 968М был, помните? Или АК-47М. Здесь крещеным агеном. Да, и, естественно, вот такие штучки им не помогут, они их только обрадуют. Поэтому, если вы увидите, что привязался вот побольше, уже пошире чуть-чуть, шапка-ушанка, там, не знаю, вы призываете на свет пошире, естественно. То есть слетаются большинство и всех. И вы тоже нам можете стоить. Да, а потом вы делаете просто обратным движением. Вот, давай. Вот так. И, кстати, комары, походу, тоже разлетаются. Ми провели детальний інструктаж, як себе забезпечити, захистити від усіх паразитів, фобій, які псують вам життя. І, до речі, ми обійшлися без насилля. Вообще. За допомогою усіх цих приладів, гаджетів із інтернет-магазину «Віч». І мій улюблений все одно ось цей. Тому що він яскравий, єдиний з кольором сьогодні в студії. Це була рубрика «Тест-девайс». Попереду «Fashion Icon» з Дар'єю та Авдієм.